что я ограблю банк. Я бы рассмеялся этому человеку в лицо. В Русском драматическом театре имени Бестужева состоялся показ спектакля режиссера Алмаза Садриева «История одного ограбления» по пьесе драматурга Салавата Юзеева. И кому только в башку вошло ограбить банк! В твою башку и пришло. Ты что, забыл? «История одного ограбления» — это абсурдическая комедия о тщетных надеждах на быстрое обогащение. История раскрывается в фэнтезийном ключе. Как только герои перешли черту, происходит трансформация. Они попадают в мир своих иллюзий и постепенно теряют связь с реальностью. Это такой, ну, скажем так, это такой творческий эксперимент, да, потому что нам было важно, что в таком театре, да, то есть как театр Бестужева, в который достаточно уже прозвучал по России, да, что есть подготовленный актер, есть подготовленный зритель, да, с которым мы можем познакомить с какими-то новыми современными формами театра, которые до сих пор, может быть, не были представлены в этом театре, и создать такой спектакль, который был бы не похож на то, что здесь уже презентовалось зрителю. По сюжету трое обычных офисных работников понимают, что честным путем им никогда не заработать больших денег. В предновогоднюю ночь они решаются на отчаянный шаг и грабят банк, а затем прячутся от полиции на складе. Вот это сумасшествие, что ты можешь, вот как распорядиться этим счастьем? Пойти, как говорится, купить билеты и уехать куда-то на Багамы, или просто сойти с ума от этих денег, от количества, которое ты не держал никогда? Вот это маленькое сумасшествие происходит на сцене. Зритель погружается в атмосферу комедийной ситуации, в которой главный герой пытается разобраться с самим собой, находясь в плену своих ранних воспоминаний. Премьера «История одного ограбления» стала завершающим событием 93-го театрального сезона в Русском драматическом театре. Базар Аюшеев, Лариса Толочкова, Татьяна Усольцева, Жаргал Цайндашиев. Новости дня.